В октябре 1995 года Джо Дик организовал благотворительный тур в поддержку известного панк-рокера Бакки Хейта. Недавно на Бакки Хейта напали прямо на его ферме в прерии. Не думай, что это какой-то ненормальный повторил историю Чаплина Леннона. Однако же в парня стреляли, и он потерял обе ноги. Обе? Обе, напрочь. А я слышал, что ампутировали только одну. Мне звонили только что, вторую тоже отрезали. А я был уверен, что одну даят. Ну хорошо, извини. Обе ему отрезали. Как раз по самой... Короче, ниже колена. По крайней мере, мне так сказали. И все сборы от этого концерта пойдут ему. Чертов Чаплин убил Леннона из-за музыкальных пристрастий. Кобейн покончил с собой. А Марвина Гея прибил собственный старик, выстрелив прямо в голову. Понимаешь, о чем я? Бакки Хейт, этот чертов ублюдок, оказал огромное влияние. Люблю этого парня, если бы не он, меня бы здесь не было. Вот о чем я. Его ограбили, и это вывело меня из себя, понимаешь? Пришло время платить по счетам, я должник, так что это ради него. Джо Дик убедил свою команду объединиться для этого турне. Ферма Бакки. Бакки. Четверг, 10:13. Доброе утро. Джо, а где же его костыли? Хватит уже, заткнись. Чертов Чаплин убил Леннона. Вот тебе убийство. Кобейн покончил с собой. Марвина Гея прибил собственный старик, выстрелив прямо в голову. Понимаешь, о чем я? Бакки Хейт, этот чертов ублюдок, оказал огромное влияние. Люблю этого парня. Если бы не он, меня бы здесь не было. Вот о чем я. Его ограбили, и это вывело меня из себя, понимаешь? Пришло время платить по счетам. Я его должник. Так что ради него. А теперь выключи это к чертовой матери. Бакки тоже заодно с ними. Надо было поставить там микрофон. Почти ничего не слышно. Подожди-ка, Брюс, посмотри-ка на это. Разве не здорово? Вот он попался. Руди сидит в Нью-Джерси со всеми моими записями, но среди них нет мастеров. Видишь, я слегка наврал по поводу увечий Бакки, но иначе Билли бы ни за что не согласился присоединиться к нам. Черт возьми. А значит, ты сделал это ради денег? Да, и купил всю вашу съемочную команду. А как насчет денег записывающей компании? Я наврал. Бакки снова получил назад свои ноги, и теперь мы здоровы и счастливы. Пришло время покинуть побережье. Я поехал в Остин, где записал голубую тату. Там меня пригласили в Big One, независимую группу из Англии. Но в то время еще не закончился мой прошлый контракт, и на меня подали в суд. Эти ублюдки засудили меня. Альбом запретили. Я ушел в подполье, пока мне вообще не стало наплевать на все. Когда мы виделись с тобой в последний раз, я по 2 счета в день получал. А потом мне стало так плохо, что пришлось сделать переливание крови. Меня мутило от всех, кого я вообще встречал. Все мои друзья умерли или уже одной ногой на том свете. Потом подхватил гепатит, после чего вернулся домой. Знаешь, Джо, у тебя появляются какие-то блестящие мысли. Ты жаждешь поделиться ими с остальными. Только тебя никто не слушает. Единственное, что они хотят. Использовать тебя. Ты понимаешь, о чем я, Джо? Ладно. Выше нос. Я уже наполовину смирился с этим. Кому еще налить? Как тебя зовут? Брюс. Выпить хочешь? Можно, спасибо.
Ну что ж, вы так и собираетесь скучать на моей кухне или готовы сделать что-нибудь поинтереснее? Вы настоящие киношники или чертовы журналисты? Пронорливые черти. Нет, в этом нет ничего смешного, заткнитесь. Я серьезно. Уверен, пятеро способных парней и настоящий киношник. Наверняка найду, чем развеселить себя. Согласен, Брайс? Что ж, раз уж мы все связаны с этим делом, каждый получает по экземпляру контракта. Тебе две. Отлично. Две тебе. Две тебе. Две тебе. Тебе. Держи, Брайс, не стесняйся. Дани, мы все здесь повязаны. А где Наоми? Наоми! Тебе тоже, Джо. Спасибо, дружище. Все правильно, Джон. Там, где пометка. Счастливо, дружище. Good morning, this is CBC Radio. Джо? Прости. Жаль, что я не нашел тебя, да, Джо. Мне нравится, как ты играешь.
Оставь себе. Она твоя. Какой смысл ей здесь пылиться? Ублюдок. Я убил козла. Пайп, мы все пили его кровь. У меня для этого есть только одно слово. Какое же? Богохульство. Джо, я рад был с тобой увидеться. Хорошо отдохнул? Мы тут немного пошалели. Я поселился здесь только потому, что мне надоело, что мной пользуются. Я не хочу видеть тех, кто использовал меня. Когда я услышал, как ты использовал меня, я хотел... Оставь это. Если окажешься в этих краях снова, будь добр, не приезжай ко мне больше. Никогда. Никогда.